Мы приветствуем вас на знаменательном историческом значимом событии для жителей села Ягуба и поселка Зеленоборский. Сегодня, 22 июня, в день памяти и скорби, мы открываем памятную мемориальную доску жителям села Княжа Ягуба, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Увековеченную память наших земляков в мраморной плите с их именами. Этот памятник – глубокая благодарность всем участникам Великой Отечественной войны, оставшимся живых и погибших на полях сражений. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски жителям села Княжа Ягуба, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, объявляется открытым. Уважаемые нижегубцы, зеленоборчане, дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День памяти и скорби. Этот день наполнен болью, мужеством и героизмом. Как здорово, что именно в этот праздник мы открываем данный мемориал, на котором отражены все фамилии. И вот действительно, никто не забыт и ничто не забыто. Была проведена огромная работа по поиску всех участников тех страшных и великих событий. И справедливость наконец-то восторжествовала. Низкий поклон всем тем, кто оказал свою посильную финансовую помощь в том, чтобы данный памятник появился на этой земле. Спасибо вам большое. И еще раз, не знаю, с праздником, не с праздником, но тем не менее, с Днем памяти и скорби. Спасибо. И здесь на ветру молодом и смелом, от которого кружится голова, чья-то рука начертала мелом безжалостно правильные слова. Братья, вы наши труды пожинайте, нам же в земле истлевать суждено. Что-то вы долго нам памятник ставите, или забыли давно? И нервно, косо как в бреду, слова легли в косую твердь, и я вдруг понял все. Беду, отчаяние, муку, вечность, смерть, и закричал себе тогда, и вам, и тем в глубины лет, убиты, да. Зарыты – да, забыты – нет. Право открыть памятную мемориальную доску предоставляется временно исполняющему обязанности главы администрации поселка Зеленоборский Игорю Владимировичу Короткову и инициатору этого действия Нюйман Татьяне Николаевне.
Уважаемые книжегубцы, жители поселка Зеленоборский и гости этого мероприятия. Сегодня мы открываем памятник, памятную мемориальную доску жителям села Княжая Губа, защищавшим нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Ровно 82 года назад началась боевая историческая и героическая эпопея книжегубцев в этой войне. Каким был тот день 22 июня 1941 года в Княжой Губе? По рассказам старожилов, очевидцев тех событий, это было обычное воскресное утро, ничто не предвещало беды. К полудню пришла телефонограмма в сельсовет. В ней говорилось о том, что началась Великая Отечественная война. Это страшное, тревожное событие быстро облетело Княжую Губу. Все жители собрались у сельсовета. Пожилые люди плакали. Это те, кто пережил Первую мировую войну. Молодежь с энтузиазмом приняла эту весть и готова была сразу же идти на фронт защищать свою родину. Среди жителей велись разговоры, как будут дальше жить, как будут работать, что будут делать. Началась мобилизация. Все мужчины призывного возраста ушли на фронт. Добровольно уходили девушки, юноши, не достигшие 18 лет. Опустело село. Остались старики, женщины и дети. Героически воевали книжегубцы на всех фронтах Великой Отечественной. Об этом свидетельствуют документы, наградные листы, которые хранятся в архивах семейных архивах книжегубцев. Не все вернулись домой после войны. Многие из них погибли, защищая нашу родину. И мы знаем это. Мы чтим и мы гордимся своими книжегубцами. Мы помним. Поэтому мы и создали этот памятник, чтобы помнили наши дети, наши внуки, их дети и их внуки, и все последующие поколения. Этот памятник как напоминание о тех страшных событиях, которые никогда не должно повториться на нашей земле. Вечная слава книжегубцам, павшим в боях за освобождение нашей Родины. Спасибо, Татьяна Николаевна, действительно проделана большая работа. Сейчас я хочу пригласить микрофон жителей села Княжая Губа. Они тоже хотят сказать свое слово. Пожалуйста, женщины, вы просили меня микрофон. Я почитаю вам стихотворение, посвященное всем, кто здесь упомянут, также и мои родители, дядя мой, ну и все жители Книжегубья, как и я. Жители Княжой Губы, ушедшим на войну и их матерям, посвящается. Война нависла над страной в далеком том году. Вставай, народ, вставай на бой, останови беду. И эхом доносился стон из раненой земли. До каждого он дошел, его услышали. Мальчишки тут же, повзрослев, сказали: мы пойдем, шинели, сапоги надели, чтоб защитить свой дом. Старушка-мать в слезах с мольбой: да ты же мал, сынок. Я вырос, мама, я большой, и я вернусь, дай срок. Ушли, повсюду тишина, закралась в каждый дом. Решила все за всех война, и только в горле ком. Мальчишки, ведь совсем юнцы, еще вчера шпана, ушли на фронт, как их отцы. Проклятая война! В селе не слышно громких слов, и только по ночам мать молит Бога: дай мне снов. Сынок, где ты? Как там? Душа на части не собрать, лишь только сердце стон. Быть может, завтра надо спать, зайдет нам почтальон. Война, окопы, гарь и дым, мальчишки в бой идут,
В атаку вместе, как один, не падая бегут, а после боя перед их минута тишины исполнят с горечью родных, как жили до войны. Сестренку вспомнят, брата, мать, подругу и отца. Что ж, наше дело воевать до самого конца. И снова мысль мелькнет, как мать, ты как же там одна? Ведь тяжело малых поднять, проклятая война. И снова бой, с опять земли сражаются солдаты, чтоб вражьи танки не пришли к сестренке, маме, брату. С отцами вместе на войне вчерашние ребята сражались в страшной той войне, безусые солдаты. Победа, все, войне конец. Мать Господу с мольбой, прошу тебя, погиб отец, пусть сын придет живой. Тоска, они печаль в душе у ней, и боль ту не унять. Ты где, сынок? Приди скорее, живой ли, вот бы знать. Под вечер слезы, сына ждет, и друг ночи глухой. Не надо, мама, я же тут, вернулся, вот. Я живой. Перед нею взрослый сын стоял, прошедший все сполна. Как я по дому тосковал, проклятая война. Сын лучик, ты такой большой, нашлось немного слов, и только гладила рукой седины у висков.